Друзья, а если вам надоело работать и у вас маленькая заработная плата, переходите по ссылке в описании под видео и покупайте курс Матвея Северянина «Как заработать в интернете». В Соединенных Штатах скончался бывший президент киностудии Центр Фокс Леонард Голдберг. Знаменитый американский кинорежиссер и продюсер скончался в Лос-Анджелесе, в стенах клиники. Сообщается, что перед кончиной рядом с ним находились семья и близкие. Причиной стали травмы, которые мужчина получил в результате падения. Голдберг был продюсером таких популярных картин, как «Ангелы Чарли», «Военные игры» и «Постели с врагом». За большой вклад в развитие телевидения США он был включен в американский зал славы телевидения. Также ему принадлежит звезда на Голливудской аллее славы. Друзья, подписывайтесь на наш канал и всего вам доброго.